Вы помните, что в прошлом году, в июле месяце, Астана стала местом проведения чемпионата мира по быстрым шахматам и по блицу. И внимание миллионов любителей шахмат было приковано к этому событию. И при поддержке президента Казахстана Нурсултана Абишевича шахматы получили дальнейшее развитие. С президентом страны мы договорились о программе «Chessing School» – шахматы в школах. И также о строительстве шахматного дворца в Астане, где будет находиться Международная шахматная академия, детская шахматная школа, шахматный музей ФИДЕ и много организаций, которые работают в деле популяризации шахмат. Сегодня также поступило предложение от города Астаны, от Национальной шахматной федерации Казахстана. В 2018 году Астана будет претендовать, это впервые, вот сегодня на пресс-конференции мы озвучиваем вместе с Асетом Арентаевичем, Астана будет претендовать на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2018 году.